О, мне нравится, в принципе. Звучит как... Как Део Матис, да? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал. Ну не, мне нравится. Лучше, на самом деле, наверное, когда она поедет, а под напрягом, наверное, нормально. Да, я не знаю, что сказать просто. Ну вау, чё, очень круто. Не, вообще супер. Реально супер. Все классно. Не, все классно. Ребят, здесь у нас Hyundai i40. Да. В общем, здесь мы удалили катализаторы, их два на машине, поставили пламя-гасители. Здесь отключена экология. How dare you? И также мы доработали выхлопную систему, установив на нее заслонку. Заслонка вакуумная с компрессором, который подключается автономно. Собственно, первые впечатления. Машина сейчас на месте. Конечно, в динамике было бы еще интереснее, наверное, услышать ее. Все супер. Очень понравилось. Угу. Считаю, что буду, наверное, вырезать все-таки последнюю баночку. Чтобы было чуть громче, а так все супер. Все, отлично. Как узнали нас? Друг как раз таки посоветовал. У него Шкода, и он постоянно делает именно у вас. Вот. Приятно. Вся работа составила 47 тысяч рублей, это не секрет. И по времени это заняло чуть меньше дня. Собственно, на ваш суд. Послушайте, посмотрите, оцените ролик и вообще скажите, насколько вам на 2-литровых атмосферах нравится, не нравится звук, что вы думаете по этому поводу. А мы продолжаем снимать для вас контент. Компания «Ультравыхлоп» и Игорь в главной роли. Поздравляю с прокачанным выхлопом. Спасибо. Удовольствие от вождения, ощущение от драйва автомобиля. Поехали, посмотрим, послушаем.